Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик Ан, и сегодня мы продолжаем прохождение игры God of War. В прошлой серии мы дошли до молота вот этого Тора, огромного, да, который, я так понимаю, нам просто надо будет как-то отцепить и скинуть вниз сюда. Не знаю, челик такой интересный, конечно, валяется, золотой зуб внутри как бы есть, то есть все как положено, да, все нормально. Я апгрейдил немножко свое оборудование. У данного чувака я прокачал немножко скиллухи, навыки. Малому я практически до максимума все прокачал, да. Немножко позаботился, конечно, и о Кратосе. Топоры ему немножко сделал. По щитам немножко, вообще практически даже в принципе ничего не делал. А потом по броне я тоже максимально постарался улучшить. Понаходил максимально возможное то, что у нас, допустим, есть, да. Ну и опять же, тут еще получается, мы можем гнездом даже перейти и в гнезда еще что-то повкидывать. То есть еще улучшить. О май гад. Я как бы за это и не смотрел, и не видел. А тут у нас еще, оказывается, по три, ой, по два, по одному гнезду есть. Твою мать. Вот это круто. Кстати, малому надо какую-то уже тунику другую купить. Ну ладно, не надо ничего. Что ты тут хочешь рассказать нам? Встретишь. Почему? Ты же знаешь Одина. Он не в восторге от Тюра. Я думал, он их все уничтожил. Труд завершен. Правосудие и война. Посмотри. О, мы так хотим потратить. Путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Опять труд завершен, очки опыта мы получили. Это то есть сдали мы какие-то задания, да? Так, шаг. Смотрим. А, здесь у нас что? Что там за идея? Здесь у нас малой стреляет. По вот этим штукам мы их, получается, раскручиваем, насколько я помню, да? Здесь мы тоже. Есть. Опа, 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 опа. А что здесь? А, все, то есть мы скинули эту бороду, да? А, и теперь мы можем просто прямо прыгнуть. А сюда вниз нет? Я думал, нам наоборот сюда надо будет прыгать. Ну ладно, окей. Тогда побежали в эту сторону. Раз там... Блять, это его борода шевелится от ветра. Я думал, уже кто-то здесь меня ожидает. Ага. Да. Да пошли куда-нибудь. Внутри найдется, чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Давай, ты угадай. Так, здоровье. Так, здесь мы можем перепрыгнуть. А здесь запрыгнуть мы не можем. Окей. Хорошо, побежали. Смотри, какая-то как надпись или что это, я не пойму. Короче, что-то такое. Какие-то интересные символы. Красного цвета. О-о-о. Так, вот это становится интересным. Я не пойму, а малую у него хилку забирает хоть немного? Отходь. Пиздец, он меня рвет. Почти готов. Давай, давай, маленький, давай. Вот того. Вдалеке гаси, придурка. Слушай, а если... О,
Смотри, он еще и взрыв получает. Уходим, уходим. Блять, проткнул. Это мы уже проходили, чувак. Поворачивайся ко мне. Я готов. А по ногам нормально будет или нет? Блять, чё стрелы переключились, я не пойму. Нет, по ногам мы урон не наносим. И сейчас мы урон не наносим. То есть мы наносим, когда он открывается. Давай четвертую стрелу сейчас. Я возле него пробегу. Ух ты, ух ты, ух ты! Ты чё, петушара, себе позволял, а? Молодец, маленький. Молодец, Атрей. Отлично, мы поработали с тобой в паре. Удерживайте Т, чтобы открыть журнал. А, это про врагов. Так, это мы разбить не можем. Так, ярость. Хотя можно было там еще и яростью его поколбасить немного. А, хилка нам нужна. Давайте посмотрим, ничего здесь не висит. Из бонусов. Кстати. Что-то здесь есть интересное. И как-то мы этим можем воспользоваться. Вот. Потому что там то мы пройдем. Мы сейчас отодвинем этот камень. Нет. А может мне пододвинуть надо? А, вот. Все, я понял. Как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла... Тихо. Куда ты там? Но я не знал, а ты в бок не можешь двигать, да? Начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. Далеко ты двигаешь. Трагедия. Они не принимали участие в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. А что здесь? Ага, здесь у нас уже новая локация. Ладно, давай хилку заберем в любом случае. Мне вот интересно, как мне сюда залезть. Куда-то я запрыгну. А дальше... Все?
А если я сюда ударю, то мне не хватит места там запрыгнуть. И он не перелазит. А пододвинуть сюда вплотную, мне смысла нету его двигать вплотную, потому что... Ух ты, загадочка какая! А? Ух ты! Мы здесь даже сундук еще нашли. Круто. Нет, это так не работает. Ну видишь, он в стороны не двигает его. То есть он только либо вперед, либо назад. Вперед меня не устраивает, потому что он его задвигает аж туда. Ну ладно, давай вот еще раз попробуем вперед двинуть. Все, я сейчас клавиши вообще не жму. Хотя. Давай попробуем. А вдруг он в сторону прыгнет? Да, он в сторону прыгает, прикинь. Это я что-то на середину выдвинул этот камень и думал, он не допрыгнет. Из-за вот этих шипов, кстати, я подумал. Сильная руническая атака. Окей, спасибо. Потом посмотрим. А вот у нас и местность открывается, да? Вот молот. Ладно, побежали. Потому что зачастую все равно все зомбаки. Здесь же я ничего не могу пробить. Нет. Здесь мы ничего пробить не можем. Побежали вперед. Чекаем по сторонам. Оглядываемся по территории. Так, сундук мы этот открыли. Окей. Охренеть, какой огромный молот. И кстати, а ну-ка, маленький. Ну? Нет? Ну, он начал светиться. Точнее, не светиться, но он начал... из него какая-то жара пошла. Жара. Аура какая-то, наверное, да? Так, вниз нам прыгать не стоит, я так понимаю. Да, в принципе, наш герой и не сможет прыгнуть вниз. Давай, малый. А, вот сюда нам надо. Я понял. Здесь мы забираем сундук. Кстати, прикольно. А получается, дальше мы пойдем в другую сторону. Так, все, поднялись наверх. Отлично. Меняй стрелы. Гаси на взрыв. Ничего не произошло. Что теперь? Не знаю. Еще кристалл. Дай знак. Блядь, ну здесь что-то мы должны сделать. А, двинуть куда-то, да, походу? Вот, мы разбили. Почти вышло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, мне кажется, он падает не туда.
Охренеть, он зацепился на одном тоненьком крючке. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Да, видишь, здесь мы лед пробили. Все, с помощью больше этого мы ничего сделать не можем. Так, стоп, подожди, а куда нам дальше пройти? Где нам здесь надо будет подняться? Ага, я понял. Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. А-а-а, я понял. Хорошо. Стреляй, малой. А, это руну мы выбили. Окей. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея... Отличный план. Если у тебя есть другая, то я слушаю. А мне кажется, ничего так план. Да, в принципе, и другого-то плана нету. Сейчас нас тут еще кто-то ждать, как всегда, будет. Так, подожди, не сильно мы рано забрались? Может, здесь есть какие-то сбоку локации? Нет, ничего. Пасхалочками скрытыми. А дальше? Держись. Ну, не знаю, ты мог для этого задания малого и не брать. Давай, 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 давай. А, все это плохая идея. Ну не знаю. Перепрыгивай. Не вышло. Твою мать. Летел. Он на скалу упал. Ладно, пошли наверх. Скинем его теперь со скалы. Отсоединим. Как говорится, да? Ну, зато будет безопаснее. О, сейчас какая-то ёбань на меня нападет. По-любому. Давайте почекаем гробики. О, здесь что-то синее у нас выпало. Слушай, восстановление, конечно, в минусы. Но, блин, защита, сила. Давай оденем. Прикольно. Ладно, тоже прикольно, но обойдемся без этого. О нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты залазь. Так, здесь только хилка. Хилка у меня полная. Смысла нету в них. Хилку не трогаем. А, сейчас кто-то здесь появится. Какие-то большие дядьки. Давай, сказал? Малой, читай. Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? О, птицы, птицы опустились. Смотрите. Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима. Тихо, голова.
Песни мы тоже не любим, ясно? Так, вот это зима. А, стоп, подожди. Я теперь понял принцип. Зима. Судя по всему, солнышко должно быть весна. Летом цветы. А осенью, по идее, деревья должны. Так? Сын. Ветур. Сумар. Вар. Хауст. Нет. Неправильно. Зима. А, так, а давай, наверное, тогда попробуем цветы. Попробуй. Сюда. Блять, не то нажал, нет. Рано. Все равно нет. Сын, какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Лето, солнышко, давай попробуем. Давай. Вот. Твою мать. Не вышло. В маминой песне было так. Ну смотри, здесь получается дерево, лето и зима. То есть, в принципе, здесь дерево по-любому должно быть. Зима. Весна, допустим. Лето, солнышко. Осень, цветы. Цветов здесь нет. Сюда цветок поставить. Нет, по-любому нет. Обратно потечет. Что? Конечно. Загадка. Ответ задом наперед. Сука. Ты серьезно? Зима. Весна. Здесь цветок по-любому должен быть. Лето. Осень. Попробуй. Пробуй. Загадка. Зима последняя. Вот так, брат. Зима, весна, лето, осень. Собака ты бешеная. Весна. Солнце есть здесь? Да. Пробуй. Давай. Да, да. Аллах. Отлично. Задом наперед, твою мать. Поназагадывают загадки херовы. Фола, значит, длится. Попробуй. Фола. Ой-ой-ой, что там внизу происходит? Пиши еще раз. Фола. Едем. Так, мы поднимаемся наверх по-любому сейчас, наверное, да? Пиши еще. Фола. 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 Да, мы поднимаемся как наверх. Это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Сейчас кто-то будет спрыгивать сюда по-любому. Если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонят... И я даже боюсь, что вот эти рыцари как раз будут спрыгивать сейчас. И боги решили не играть со временем. Ой-ой-ой-ой-ой. Не добраться! Иди за ними!
Ух, льда, сколько он ему насовал. Посбрасывали, нормально, нормально. Пошли вон. Чисто. Конечно, чисто, батя навалил тут всем. Чисто, говорит. Сейчас эти уроды опять. Давай, первому топорик сейчас скину, кто появится. Рви его. А, какое мясо тут. Давай, 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 давай. Рамси немножко. Офигеть, офигеть, какие картинки. Давай, 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 давай. Хилимся, хилимся. Деньги забираем. Давай, малыш, вот этими справляйся сам. Они меня кумарят. Ух ты, блядь, я вспышку получил какую. Пошли вон от мальца. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто там? Давай, давай, быстрее, быстрее. Отлично. Топор у нас в стене какого-то хрена висит. Напряженно, напряженно, я вам скажу. Мы чуть вниз не упали, ребят, кстати. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Так, что тут, глаз Одина нету? Одни перья полетели. Пошла вон.
Яичница. Яичница. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Верь мне. Толкнем. Опа, а что это наверху там такое? Сияет. Давай, буковка Е сейчас. Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Давай, давай. Главное, не упади вниз. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед. Батя, конечно, молодец. Спрыгнем. Только не бойся. Шикарная идея. Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты чокнутый. Идем дальше. А, все-таки мы пробили этот лед. Резец! Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Так, стоп, 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 а как мне слезть вниз? А там с другой стороны, получается, мы вниз попадем только. Вот здесь вот мы сейчас спустимся. Еще ниже. И вот сюда теперь. Все, открываем этот красивый красный гробик. Кого найди? Сейчас я вас, блядь, найду. А можно их как-то победить, не спрыгивая? Они все позамерзали, я понял. Окей. Так, подожди, подожди, подожди. То, что мы сейчас залезем, это хорошо. Давай осмотримся. Я думал, это чьи-то руки, ноги валяются. А, так это в натуре чувак замерзший. И он сидит, еще один такой. Подустали, ребятки. Давай, залазим наверх. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Золотишко, серебришко. О, а почивальник. Смотри, людишки позамерзали. Большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Драма! Оживил обстановку. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Отходим.
Ярла был как раз за этой ледяной стеной. А, то есть я его могу сейчас поднять, да? Ладно, давайте мы сначала осмотримся. Вот, смотри, какой черт торчит. Так, хилка, давай хилку восполним, конечно. Так, вот это что у нас? Это ничего. Так, ну судя по всему, мы, получается, сейчас будем на вот этой маленькой территории сражаться с вот этим огромным гоблином. Угу. Ну, такое себе удовольствие. Ладно, здесь две хилки есть. Я что-то слышу. Да, конечно, вот сейчас ты и услышишь. Давай. Пробивай ему броню нахер. Отлично. А чё, нормально так энергия бросает, смотри. Все колбасятся. Ух ты. Все, минус один. Отлично. Дальше? Да, можно пройти дальше, но смотри. Давай вот этого правого сначала сейчас заколбасим. Как монетки взять, а не хилку сначала? Вот. Сначала вот этого сейчас. Ты чё, дурачок вообще? Расколбасим его. Отлично. Сделали супер ударчики. Ах, как хорошо он за челюсть их берет. Так, и у нас остается третий челик. С которым, конечно, ну, надо сражаться, но, блин, не сильно охота. Так, больше точно ничего нет? Чтобы можно было бы здесь разрушить. Нет, это не разрушается. Кстати, а вот эти вот замки? Давай. А чё, я не могу взять вот эту штуку? Да, я не могу ее взять. Осторожно, сзади!
Ладно, мы сейчас истерику потом прибережем. Убегай, убегай, убегай. Есть. Нормально, нормально. Отходим, отходим. В головешку. В голову, в голову. Ух, нихера себе. Рвануло. Отходим, отходим. Давай, 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 давай. Добивай его. Давай, Кратос. Есть, немножко осталось. Отлично. Все, дело сделано. Ах, как ты за ноздрю его схватил. Молочага. Так, повыпадали бонусы всякие интересные. Что нам тут выпало? Рунный призыв. Вызов стада призрачных кабанов, которые затаптывают всех врагов на своем пути. Слушай, мне кажется, прикольная тема. А ну-ка, давайте посмотрим. Оглушение, руны, урон. Урон, конечно, слабенький по сравнению с тем, что у нас сейчас. Не, не буду менять. Мне прикольно все-таки, наверное, по урону работать. Да, но эта штука не будет взрываться. Это не просто так. Тут надо просто прокачать своего перса. И тогда все будет чики-пуки. Единственное, где-то могут быть скрыты тайные двери. По крайней мере, здесь. И вот этим вот льдом мы можем попытаться разбить их. Но я на самом деле думаю, вряд ли. Да, здесь, я думаю, ничего такого нет. Поэтому залазим наверх. Каких-то секретных пасхалок, я думаю, здесь не будет. Бежим вперед. А ну-ка, достань топорик. Не. Это так не работает. Блядь, ну этот кусок льда... Мне кажется, что-то здесь будет. Вот здесь, где трон. А ну-ка, маленький, запили сюда стрелу. Нет, здесь ничего нет. Что-то впереди. Смотри, красным что-то отсвечивает внутри. Будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. О, тело валяется. Хорошо. Что ты знаешь об этих людях? Во-первых, это не люди. Они боги. Ну, полубоги. Так, их отец Тор. Матери разные. Ой, жуткая история. Их дядя Бальдер, а Один дед. У них есть сестра по имени... Оружие. Как они сражаются? О, да, конечно. Магний силен. Очень силен.
У него огромный меч, закаленный громом. А Моди... Я лучше крысу поцелую, чем пожму руку этому гаду. Его палец и щит – дешевая подделка моей работы. По-моему, от них лучше держаться подальше. Но кому я все это говорю? Ладно, с тобой все понятно. Что нам делать здесь? Здесь стена? Нет, здесь стена. Точнее, да, здесь стена. Разрушила, да. Видишь, хорошо, что я все-таки сюда бросил и не пришлось возвращаться. О, фиолетовое что-то мы забрали. Блять, я думал, там фиолетовое как-то светится. Так, ну я так понимаю, нам сейчас придется сражаться с каким-то одним из этих упырей, да? Ну, с двумя, с тремя вряд ли мы будем сразу же иметь... Блять, я сейчас упаду. Мне так кажется. Дичь какая-то. О, поле для сражения. Офигеть, офигеть. Ну чё, спускаемся вниз. Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот и... Сын. Сдавайся. Этого требует всеотец. Всеотец. Пошел нахер. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. Сам? И далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Я уж не буду, брат. Не указывай мне, что делать. Я ж тебя искалечу. Уже не помню, когда у нас. Вот это противник? Ты о ком? А старики об этом не знают. Все пальцы. Ух ты! То есть он, получается, два удара дает. Ух, нихера себе урвануло. Куда нас перенесло? Не вижу. Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок. Твои тощие ручонки ведь еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся. Надо повторить им урок. Не успел, не успел. Вот, возьми!
Ух, нихера себе. Больно. Перестань, соберись. Назад. Немного хилки осталось. Вытягиваем. Рожу тебе порезала, чтоб похож был. Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке. Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Сыны Тора могут отсосать. Сейчас попляжем. Твою мать. Давай, вижу их. Ух ты, капец. Это сзади. Мой любимый момент. Ты сзади. Старый, усталый дед. Вот вообще не хочется сейчас погибнуть. Пошли вон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пиздец. Уходи, уходи. Отходим, отходим. Тактическое отступление. Пипец. Давай, маленький, давай. Ой-ой-ой-ой-ой, дай мне хилку. Пипец, чуть-чуть мне не хватило, ёб твою мать. Сын, соберись.
Назад, назад, назад. Да, вот эта электроэнергия, они, конечно, нормально так дубасят. Держись, давай. Погнали, погнали, отбиваемся. Что мне делать? Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! Давай, давай! Ух, нихера себе, по печени дал! Руку отрубил! Охренеть, картинка! Иди сюда, урод! Ты даже не представляешь! Ах ты мерзавец! Иди! А чё, малой нормально так нашпигал его? О, малой кровью заплевал. Видно, по печени надавали нормально. Слушай, ну сражение мы неплохо пробились. Нет! Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Да, да, к Фрейе пошли. Пошли, наша девочка нас вылечит. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Жаль, второго не добили. Он уже был готов умереть тоже. Надо было добивать. Так, снежинка какая-то у нас. Легендарный предмет, сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку, возникает на местах легендарных сражений для улучшения Левиафанта. О, такого у нас не было. Сплав Липтр. Легендарный предмет, закаленная молния, металл, используемый родичами Тора. Используется для улучшения рукояти с эффектом шока. Встречается в тайниках, отмеченных на карте сокровищ. Ну, шикарно. Так, давайте мы... А, хилка у нас полная, стоп. Давай, денег тут нигде не повысыпалось, ничего. Деньжат нема. Все, тогда бежим. Откалываем кусочек прикольного предмета. На, с малым чёт. Пожалуй, им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магии двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Давай попробуем. Найдите точку крепления с помощью мыши, а потом нажмите Z для удара. А, вот оно как. Правой кнопкой мыши надо нажимать и получать. Все, все. Теперь все ясно. Один из младших асов, но да. А его отец Тор? Тор не младший, совсем не младший.
в Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить Бога? Бог может убить Бога. Отлично, что-то выпало. Так, это мы открыли. А, мне теперь интересно, где мне найти три замка. Так, один замок я вижу. Точнее, одну печать мы сняли. У нас остается две печати, да? Чтобы снять, чтобы открыть вот эту дверь. Две, мать его, печати. Они, как всегда, где-то здесь рядышком. В таком количестве всякого дерьмища. Давай, малой. Своей лихорадкой, блин. Так, туда мы никуда спрыгнуть не можем. Поэтому у нас здесь получается только один лишь путь. Одна лишь дорога. Так, ну это понятно, то, что мы сейчас здесь сделаем. Вот вторая печать. Третья по-любому где-то здесь. Ну, либо, по крайней мере, с этой стороны я ее только могу увидеть. Ну, друзья, я хочу этот сундук. Может, еще сильнее лед разбить? Нет, он сильнее не разбивается. Вот она. Все, я увидел. Отлично, три печати сняты. О, какой-то предметик прикольный. Катализатор. Какие оружия отвратительные. 30 ОП. Раньше было опыт, а теперь офис президента у нас, блядь, ОП. Все, отлично, слазим здесь. И теперь нам надо вернуться к нашей девочке. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Чем могу служить? Так, нагрудная броня. Улучшение топора Левиафана доступно. Так, Левиафан. А, вот мы можем улучшить замерзшее пламя, отлично. Ух, огонь. Так, еще замерзшее пламя мне нужно будет. Коготь. Мне нужна сталь, хорошо, нагрудная броня. Да пока не нужно, броня для бедер. А это если мы улучшаем, то по единичке добавляется. Чешует это и на бедренники. Кстати, жаль, что нельзя сразу вот здесь в менюшке взять и продать это все. Ресурсы. Замерзшее пламя. Нагрудная броня. Мы получили вот это вот. Руны минус 26. Но живучесть 20 у нас. Сила. Защита. Блин, а это прикольный нагрудник, конечно. Ой, а какой сейчас у нас нагрудник стоит? А, мы не можем его сделать, потому что у нас нету осколка брони путника. Но мы можем хотя бы сравнить. А ну, интересно. А, так, руны оплечья из драконьей кожи.
Ну да, здесь именно, видишь, на живучесть четко все. Сила минус десяточка, конечно, у нас. А, нет, сила минус единичка будет, да, вот. И здесь у нас тем более два гнезда для чар. Здесь одно. Надо будет, кстати, их позаполнять. Гнезда для чар. А, так, теперь я так понимаю, нам к нашей девочке надо вернуться, да? А, вот, мы ж можем теперь вот эту штуку. Совсем нездоров. Конечно, нездоров, блядь. Если так, не отставай. Хорошо. Отлично, раз. Мышкой вводим, вводим, вводим. Вот, 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 где-то здесь я вижу. Два. Все. Два удара получается достаточно. Эй, я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Может, что-то имеет где-то значение. Так, стоп. Как не разбить вот этот ящик? То есть мы, получается, можем с собой взять вот эту красную штуку. И забрать ее с собой. Или нет? Нет, не можем. Собака. Ладно, я понял. Значит, где-то она дальше должна лежать. Потому что мы сейчас разбить это не можем, к сожалению. Здесь тем более мне нужно сейчас будет кристалл поставить. Оу-оу-оу-оу. Смотри, что здесь. Нет, смени стрелы. А, все. Где-то должно быть сердце, чтобы выбить это вниз. Вот оно. Сейчас мы сок возьмем. Здесь мы можем выйти, но пока не надо. Вот. Хорошо. Еще минус одна гробничка. Так, и вот эту штуку мы вставляем. Я, правда, не знаю, что от этого изменится. Мне интересно просто посмотреть. Я думаю, ничего не изменится. Меняй стрелы, малой. Гаси сюда. С какую-то херню достанем. О, такого у меня не было. Пыль миров. Легендарный предмет. Бесформенная субстанция из разрыва между мирами. Используется для усиления уникальных свойств различных талисманов. Окей, хорошо. Раз так... Пусть будет так. Что-то мы себе надыбали интересное. Кстати, наверху больше ничего нет. Нет, наверху больше ничего не висит. Поэтому спускаемся дальше. Мы снова у руки великана. Что? Ноготь какой. Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Так, а шо, мы тут даже ни с кем не посражаемся? По-любому кто-то сейчас должен быть. Так, ну это логично было все. Может, доберемся туда? Так, маленький, сейчас везде доберемся, только подожди. Батюш, надо здесь осмотреться.
Так, вижу камень. Нет, это малый мне по-любому его должен будет скинуть. Или, в принципе, я сейчас сам себе его скину, если мы сюда заберемся, да? Не, подсадить малого не получается. Значит, мы сами есть сюда... Проход. А, да, сбрасывай, сбрасывай мне. Драугры. На другой стороне есть путь к выходу. А, мне сейчас малого надо... Так, нет, подожди, ты мне, дурачок, цепь скинь сначала. А шо мне... Другой выход. Я ж потом сам не заберусь. Не доберусь сюда. Лянь. Лянь, какой хитрый. Ну ладно, хорошо. Давай я тебя сейчас отправлю туда только. Бросай мне цепь. Ага, вот. Я думал, мне по той цепи надо будет подниматься. Он сейчас переправится, и я потом перетяну на себя, а потом вернемся. Ну, короче, все такое. Подожди. А здесь ничего нет? Пасхалочек. Для нас нет. Нема. Забираем топор. Поплыли. Так, сундучело. Спасибо за кошты. Здесь, я так понимаю, нам лучше сразу цепь скинуть, потому что вдруг пригодится. Нет, спускаться мы не будем. Нам незачем спускаться. Что это за точка такая? Замерзшая. Замерзший кусок мяса. Мне кажется, где-то я здесь пропустил очень большой сундук. Я так думаю. Но, возможно, могу ошибаться. Ладно, давай открываем замок. Раз. Ищем еще одну точку удара. Два. Хорошо. Заходим. Вот эта комната знакомая. Почти на месте. Сейчас упыри набегут. Сверху набегут по-любому. А, здесь щиты висели, помните? Точно. Да, вот туда мы шли вперед. Если не ошибаюсь, вот здесь есть какая-то комната такая. С закрытым. Оу-оу-оу. Ты че сразу падаешь? Или не здесь? Не, наверное, не здесь. Мне надо как раз все равно в другую сторону. Вот туда мы куда-то, кажется, выбирались. Татухи. Шматухи. Так, хилка у нас полная. Пусть валяется себе. Стоп, а как мне теперь спуститься? А, вот здесь. Вот, все, 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 понял. Чтоб сейчас бы застрял бы еще, капец. Не хватало бы. Все, поднимаемся. Мы с тобой лазали по мертвому великану. Дрались на огромном молоте. Дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Под замком. Где? А, вот дверь, точно, слышишь. Молодец, малец, слышь. Сейчас мы залутаем. По-любому какие-то ресы найдем. Не, ну малой молочага, ты шо? О, тут несколько печатей. Я что-то вижу. Вон там.
Где вон там? Ты еще что-то нашел? Тайные комнаты. Вот. Так, давай прочекаем, чтобы безопасно все было. Воу-воу-воу. Что это за переходы такие магические? Давай, читай. Еще один. А, этого ты знаешь. Тамур, великан-каменщик, строит стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Так, здесь мы просмотрели миф. И вот теперь мне интересно, мы никогда в такие двери не встречали, да? Я так понимаю, это портал вообще в какое-то другое измерение. Ну смотри, топор бросается. То есть стрелы летят, в принципе. Какой-то телепорт интересный. Так, здесь ничего нет, кроме рычага. Ну давай поднимемся или опустимся, я не знаю, куда мы там. А, мы вниз опустимся. Ну как тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Кстати, телепорт сразу есть. Мы, если что, можем сразу телепортнуться. О-о-о, а что это за дичь такая? Так, у нас есть здесь хилка. Кто-то зарычал. Он стоит, вот это чудище. Листья осенние падают на землю. Слушай, ну у нас получается дорога только вперед идти. Ой, чувствую, нам сейчас тут наваляют. Валькирия в заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас. Блять, блять. Ух ты. Охренеть. Не-не-не-не. Это сейчас не для меня. Да не, ну она насовывает сильно. Пошли, малой. Атрей, ко мне. А, мы не можем прям... Твою мать, мы не можем сюда переместиться.
Ладно. Мы потом вернемся. Ну я прикинь, я всего лишь снял у нее одно деление. Из, я не знаю, у нее там деление 8, наверное. Я представляю, в какую ярость она придет, когда я у нее сниму там 5 или 6 делений, да. То есть тут, конечно, нужны и аптечки, и нормальная бронюшка, хилка и все остальное. Потому что будет больно. Все, по крайней мере, мы знаем, что она здесь. И рано или поздно надо будет к ней прийти. Скорее всего, заберем у нее какое-то там оружие, либо что-то еще. Магию, манну. Стоп. А, вот лодка наша. Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Фрейе. Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут исследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Мимит, ты рассказывал про то, как Фрейя стала жить в лесу. Да, она вышла за Одина. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фрейи, и она ушла. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Я бы тоже. Короче, мы здесь немножко прокачались, да? Мне вот интересно, получится ли у нас сейчас все-таки выбить вот эту шнягу. Приготовься. Прости, я не готов. Один готов. Давай, давай, давай. Давай, 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 добивай его, малой, чуть-чуть осталось. У меня хилки почти нету. Есть.
Тяжелый бой. Да, тяжелый, не то слово. Тяжелый. Бонусы. Отлично. Легендарный предмет. Пыль. Не, ну видишь, за счет того, что мы немножко прокачались, мы смогли этот бой выдержать. Хотя у меня, конечно, энергии вообще осталось. Ну, понт. Понт из понтов. Поэтому давай плывем. Кстати, куда мы плывем? Давайте посмотрим все-таки. Навыки какие-то. Навыки. Так, нет, это мы пока здесь прокачивать не будем. Кстати, у малого неплохо было бы отстрел и в ближнем бою качнуть. Вообще, я у него хочу все стрелы полностью качнуть. Если получится сейчас. Да. Да, прикинь, мы малому вообще тут все настолько профигачили. Теперь время подумать о себе, да? Ну все, вот у нас бабосикови нет. Нет еще? Что там? Нет, мы ничего не можем больше. А, это дополнительные эффекты у нас открылись. Это за счет того, что мы Левиафант улучшили. Карта. А, так, это что у нас? Странствие. Перейдите к дневнику. Цели. Под замком. Пройдите в хранилище Тюра. Выполнено. Блин, я не знаю. Я хочу, наверное, дополнительные миссии попроходить сейчас. Да, мы как бы здесь уже... Вернитесь к лодке. Ладно, давай вот это вот сделаем тогда уже. Что они там хотят? Ты видел вон там? Там башня? Не вижу башни. Ты да, видишь, есть. Кстати. Ладно, потом вернемся. Голова, сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересное? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам... Сокровищница Тюра за магическим замком. Вот. Нет, промазал. Раз. Два. Три. Мне бы хилочку. Мальчик мой маленький, ты не можешь мне хилочку дать, пожалуйста? Неужели мы в сокровищнице Тюра? Смотри, здесь что-то еще было. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. А обо мне великаны не сделали триптиха? Триптиха. Я раньше не знал, что такое триптих. Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Давай, учи, батю, Эй. Читать. Давай. Давай, давай, давай. Ты умеешь? Научиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Что-то происходит. Пёрнул кто-то, да? Да, чую. Запах. Пахнет. Гороховым супом пахнет. Дождём? Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его, потому что магни нет! Меня засмеют! Но если я убью тебя, смеяться не будут! Нет! Трума! Ты тупой! Это у тебя от папаши? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись!
Ты ничего не знаешь о моей маме! Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Как только я убью твоего отца! Хватит! Ой, кажется, я его сломал. Да, заколбасили меня. Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь. Научиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных. Стой. Что, слишком быстро? Прости. Молчи. Я. Запах чуешь? Да, чую. Пахнет. Бздом. Ты все испортил! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его! Потому что магни нет! Меня засмеют! Но если я убью тебя, смеяться не будут! Нет! Трума! Ты тупой! Это у тебя папаша? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ну, Кратос, ты не мог встать в этот момент как раз. Ты б успел бы. Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Как только я убью твоего отца. Хватит! О, малой, что-то в ярость пришел. Кажется, я его сломал. Понеслось. Назад! Очково стало. Пиздец. Вот это присяка. Что нет? Готовься к смерти, чувак. Нет. Сейчас не убежишь. В смысле? Кратос, ты его отпустишь? Брат, мальчик. Атрей. Скорее неси его к Фрейе, иначе никак. Блять, я говорил, сразу надо было к Фрейе идти. Исследовать, исследовать. Наисследовались.
лодку. Дом Фрей недалеко. Что-то потускнело, все так капец. А малы натворил, когда взорвался. Главное, голову в воду не выронить. Блин, а компас прикольно показывает. То есть он показывает не прямое направление, а он даже показывает тебе с изгибом, куда тебе надо плыть, в какую сторону. То есть он подстраивается под прямую территорию. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрей для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, жутко представить. Почти на месте. Малой получается как полукровка. Блин, шифтануть нельзя немножко побыстрее все это сделать? Это долго мы все это передвигаемся. О, на плечо положил и все, погнали. Кто-то вызвал змея. Кратос очень тяжело дышит. Ух, он зол. Сейчас лифт оборвется. Прекрати ходить вправо-влево. Жар усилился. Его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Надо спешить. Ну, шифтани, пробеги немного. Конечно, надо спешить. Фрея! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня, поди прочь. Мальчик заболел! Фрея! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Может, ты лук снимешь? А стрелу зеленую не поменяли. Ты поможешь? Конечно. Найди мне миллион предметов. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы, твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Какое? Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое, он твой сын. И ему нужен отец. Это откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там, ни при каких обстоятельствах не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмили, поспеши. С
саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее, возвращайся домой, раскопай свое прошлое, делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста, и твой сын может выжить. Иди. А, интересно, что мы там раскопаем в саду у нас? Фрейя. Тогда, в прошлый раз я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Матери? Ты мать, получается, была? Или есть? О. А, так, Кратос. Пошли в лодку садиться. Так, ну что, друзья, на этом мы серию заканчиваем. Что будет в следующей серии, мы узнаем завтра. В этой серии мы взяли с молота наконечник. В этой серии мы победили одного бога, зарубили его, отрубили голову и руку там. Ну, короче, на запчасти мы его разобрали, да? То есть тоже очень сильно много боевочек у нас было. Таких активных, больших, классных, да? Поэтому сделаю, увидимся теперь на новой серии. Как если скажешь. Видосик понравился, ставим палец вверх. Если не понравился, ставим палец вниз. Комментируем и не забываем делиться видосиком с друзьями. Все, друзья, всем пока-пока.